Сегодня столы в центре Вера накрыты не совсем привычно. Вместо готовых блюд – заготовки – фрукты, овощи, мясная и молочная продукция. Из всего этого разнообразия приглашенным поварам предстояло приготовить что-то необычное. За процессом наблюдали получатели услуг центра – пожилые люди, которые всегда с удовольствием посещают все мероприятия в Вере. Все люди любят покушать, и мы решили, почему бы и не показать им какие-то интересные мастер-классы приготовления блюд из простых довольно-таки продуктов на первый взгляд, да, но в итоге получить интересное блюдо, которое можно украсить как праздничный стол, так и вечер в кругу семьи порадовать своих близких. Идея создания клуба любителей покушать у сотрудников центра возникла недавно, и, собрав вокруг себя единомышленников, за короткий срок удалось воплотить задуманное в жизнь. Помогли представители территориального совета молодежи «Молоковская», в котором и нашлись студенты-повара. Для пожилых людей они выбрали несложные и недорогие блюда. Это красиво украшенные канапе и сэндвичи. Можно использовать абсолютно любые продукты, то есть, опять же, все, что в голову может прийти, в рамках разумного, конечно же, использовать какие-нибудь аналогичные продукты, которые дешевле своих, ну, так сказать, оригинальных продуктов, которые используются в том рецепте, где, допустим, вы нашли его, получается, заменить его на аналогичный, более дешевый, и таким образом вы так и удешевите свой праздничный стол тем самым. Во время мастер-класса гости активно делились своим мнением в некоторых моментах, учитывая личный опыт готовки. Даже подсказывали поварам нюансы приготовления тех или иных блюд. То же, что увидели впервые, записывали в блокноты, чтобы в будущем самостоятельно воплотить в жизнь. Вот канапе, здесь фруктовые, овощные фрукты. Как, куда их приспособить? Не просто на тарелочку положить, а половинку груши, половинку лимона, в кусочек с кончика дыни. И очень красиво смотрится. Было для вас это полезно? Полезно, да. Я вот так, например, не видела, что вот так вот в лимоны воткнуть можно. Не знала даже. Замечательно, красиво. И я чувствую очень вкусно, потому что действительно красиво и чисто экологические продукты, что понравится в первую очередь детям и взрослым. Все приготовленное участники клуба любителей покушать смогли попробовать и убедиться не только в красоте блюд, но и во вкусе. Подобные встречи сотрудники Веры планируют проводить и в будущем. Уроки открытые, поэтому посещать их можно не только получателям услуг центра. Юлия Погосян, Владимир Бежонов, Ольга Садовская, Видное ТВ.